7 июля. Вот мы трудимся тут возле матушкиного дома, вот этого белого. Упал полностью забор до калитки. Вот мы его сейчас вот с братом Сергеем восстанавливаем его как можем. Все, вот подняли то, что лежало в траве. За зиму он свалился полностью под снегом. Столбы сгнили. Вон видно, что сгнивший висит. Все заново все вкапываем. Чем можем, тем закрываем все, что тут есть под рукой. Сейчас тут брат очередной столбушок делает. И вот сейчас видели, как целый рой поднимался перед тем, как, видимо, собраться в другое место лететь. Близко подходить нельзя, иначе нападут сразу. Кто считает, что я к ним пытаюсь подойти, забрать их мед. А вон они суетятся, где собираются. Видимо, там где-то матка сидит. Они вокруг матки собираются. Клубок соберутся, и потом будет команда, и пошли сразу. Так, а Николай там трудится тоже на другой стороне. Освобождает место под улики. Тут у матушки, конечно, плохо дело все. Сил нету. У нас тоже нечем помочь им. Нет вот одежды, чтобы подойти к уликам. Что, брат, вдвоем, наверное? Да не, вроде вот сейчас подожди. О, нормально, да? О, отлично. Отлично, да. Все, засыпаем. Угу. Забиваем, засыпаем. Вон они собираются, смотри, на нижней ветке. Вон они роятся. Вон, видно их. Видишь, да? Они потом в клубок соберутся там. И по команде полетят куда-то. Ну все, слава богу, все.